Качайтесь и метели, гнитесь ниже сосны ели. Все, что есть в моем лесу, все засыплю, занесу. Берегите руки, ноги, закрывайте уши, нос. Ходит, бродит по дороге добрый дедушка! Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки, а также их родители, типа Соломкина и Маштакова. Итак, а сейчас, детишки, прошу по старой доброй традиции встать. И встать в хороводик вокруг нашей красавицы и очки. Хватит есть-то, дома наедитесь. Ну, встали, быстренько взяли за ручки хороводик. Детство, I'm
спортсменов. Задействованные в связи, что у нас... Только лицо закрываешь, он никто не видел, кто, а потом раскрой. Ноги смотрят.
А, во-во-во, во еще мой педюар. И брови тебе. Педюар. Педюар или сексуар? Когда я еще говорю сексуар? Так, ну тут профессиональные сексологи собрались, как я. Пойдем со мной, милая, пойдем, пойдем. Прибрал к рукам.
Да. Красота — это страшное, все это красиво. В общем, дело шло, шло. Яга любила своего муженька Кощицкого сильно, но все печалилась, не знаю, чем бы привязать его к себе навеки вечные. И в салоны красоты постоянно ходила, и маникюр с педикюром делала. Все как надо, при делах, а ему все чего-то не хватало. Как хочу я заглянуть в глаза и почувствовать твое дыхание. Как хочу я быть с тобой всегда. Лишь такое у меня желание. Как хочу тебя поцеловать, почувствовать твое объятие. Между нами цепи разорвать, уничтожить злые заклинания. Может, просто я сошла с ума? Может быть, влюбилась слишком сильно? Только плачет от тоски душа, и для сердца слишком больно и обидно. Кощицкий, я к тебе душой и телом, а ты что-то от меня тетеришься? Голубилась она, голубилась, он тетерился. Но вот как-то раз зимой, волшебную ночь, под Новый год, выпало снегу белого по колено. И решилась яга на страшный обман. Напоила Кощицкого приворотным зельем. Соломки, да? Какая еще сила?
Вы чё из меня, козла, отпущение хотите сделать? Доча, с молоду закалишься, на весь век сгодишься. Есть у меня на примете школа одна, спортивная. Очень энергичная. Там у меня завуч знакомый. Спинный такой. Никому не мешаю, ни за что не отвечаю. Обращусь-ка я к самому главному человеку. Иван Царевичем величают. Он точно поможет. По сусекам помел Кощинский, по амбарам поскреб на родительскую плату и пошел к Ивану-Царевичу договариваться, чтобы пристроить козу невоспитанную в спортшколу с целью ограждения ее от тлетворного влияния улицы. Здорово живете, Иван-Царевич. Не примете ли мою дочульку, козульку, секцию? Какую-нибудь целью физического, а заодно и культурного воспитания. Возьмите, мы тут немножко наскребли капустки. Добро пожаловать, красный молодец. Знаешь, главное что? Вовремя родиться был платный сдать. Не стоишь ли города здесь есть? Я тебе вот что скажу по поводу воспитания. Чтобы твои дети стали хорошими людьми, трать на них вдвое меньше денег и вдвое больше времени. Вот что сказал. Да, кстати, вопросик у меня к тебе. А коза-то симпатичная? Без слов. Славная девчонка. Да, между прочим, у вас тут, говорят, сказочный принц заморский работает. Может, заодно мою красную девицу козу Дерезу за него сосватаем? Ох, с радостью. Но надежды на принца заморского мало. Физкультуру совсем забросил. Связался принц заморский со змеем. Богданычем. Пока змеи башни вместе исполняют. Я тебе другое скажу. Давай-ка отдадим твою козу к любому из наших 33 славных богатырей. Все как один хорош. И аттестацию вовремя прошли, и медицинский осмотр тоже. Справки имеются. Ну, раз такое дело, пошла коза-дереза по разным отделениям. Но беда, нигде не смогла удержаться. В плавание вода в ушки попадает, в велоспорте выемечка колеса задевает, в мотоспорте бьет копыты, бензин сливает да нюхает. В биатлоне ноги на лыжах в разные стороны разъезжаются, а в боксе норовит все копытами бить ниже пояса. В баскетболе с волейболом все мячи бы протыкала своими рожками. А про греблю вообще говорить не хочется, больная тема. Не взяли, сказав, что ноги у нее короткие, а руки незагребущие. В общем, как в песне поется, даром преподаватели время с ней тратили, даром с ней мучился весь тренерский народ. Никто уж не надеялся помочь горю козьему. Но тут случай вышел. Пришел как-то к Ивану-Царевичу с челобитной новый русский по понятиям царь горох. Мочим тут что-то, да?
Слышал вот эту речь? Дело такое. Но после Мечка мне нужно 3 бассейна построить. Один с горячей водой, один с холодной. Один, чтобы без воды. А чего третий-то без воды? Да, знаешь, для друганов моих придут, плавать не умеют. Да ну тебя! Там твоя клещ наковальня, что всяк по ней бьется всякой ерундой. Нет, твои проблемы. У меня тут серьезная задачка имеется. Вот нужно девочку перевоспитать. Ничего не помогает. Don't worry, no help. Не грузи на лаха. Там твой козу. Все будет тип-топ. Пригласим специалиста. Психоманиакального терапевта Яковского. Там Агасен назовется. Он и не таких. Ну а зараз ты за бассейн не втираешь. Посему забью-ка я стрелочку на дом престарелых. Там говорят, бабок, море, все дела. Так, общими усилиями Казу Дерезу записали на прием к спортивному японскому доктору Танаки Сану. Привет! Харинака-сан! Представляешь, мои предки, что вы думали? Хотят меня перевоспитать? Хотят, чтобы ругаться переучилась? Исправилась, чтоб? Размечтались, поганки старые! Да уж, теперь хорошее воспитание только помеха. Оно закрывает перед вами слишком много дверей. Привет, привет. А знаешь ли ты, коза дерёзая, что доктора козье мясо едят? Я ведь не просто доктор, а я страшный спортивный заяц. Попрыгаяц! Как выскочу! Как выпрыгну! Полетят клочки по закоулочкам! А ну, коза, прыгай через барьер! Раз, два, раз, два! Теперь говори, кто я такой. Ой-ой-ой, уважаемый Танака Санович, все поняла, все буду делать, все исполню. Матушка Ягушка, бабушка Кощей Иванушка, царь-батюшка. Я исправилась, у спорт, ты мир, у спорт, ты мир. Воспитанный, ласковый и добрый. Спасибо вам, дорогие зрители, что сказку посмотрели, да вывод сделали. Ахи да охи, не дадут подмоги без умения и сноровки. Без хорошей тренировки нет умения и сноровки. Спасибо. В спорт. В школе то и приобрели сноровку. Еда теперь дзюдо занимается. Кащицкий дзю после. Снегурку Леру Дед Мороз отдал греблю. Говорят, достигла академических высот. Доктора Зайца Танаку Сану попросили выступить с целью перенять опыта на Всемирной конференции по борьбе с грубостью.
Спасибо. Новый русский открыл свой спортклуб, где теперь фарш канает, ой, извините, деньги зарабатывает. А Иван Царевич постоянно ищет капусту для своей школы. Змей Богданович с принцем Заморским и скоро ушли. В общем, все закончилось благополучно. С наступающим Новым годом, козы! И добра желаем, а веселым и спортивным, смелым, мужественным, сильным мы желаем побеждать, никому не уступать, жить без страха и болезней, быть с характером железным, радовать честной народ. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Друзья,
Так, не трогать ничего, господин Горох. Он сейчас говорит, да, так, встали, поравнялись. Да. Так, внимание, четыре женщины. Поравнялись, пять мужиков, четыре женщины. Так, еще одна женщина нужна. Девушки, ну, помогите же. Так, быстренько. Так, тащи сюда, вот тут, вот. Неправильно, вот. Бронислава, если ты не будешь участвовать, завтра ты будешь выбирать. Не просто выбирать. Пожалуйста, разобрать. Ну ничего же вы не делаете, не надуваете, короче, не примеряете. Вот спасибо, да? Так, теперь, девушки, сейчас вы поворачиваетесь на левую сторону, вы поворачиваетесь на правую сторону и делаете 15 шагов. Поехали туда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулись обратно ко мне лицом, также в затылочек друг к другу. И теперь смотрите внимательно. Так, уберите в руки, возьмите. Что вы все время? То в рот, то сюда, то туда. Ребята, надо вам что-то напоминать, что ли? Мне, кроме как шарика, Андрей, вот ты ничего не напоминаешь. Я, правда, что в таком возрасте, что напоминать, напоминать. Итак,
Внимание! Каждый первый сейчас сделает то, что я покажу. Потом каждый второй. Без эстафета. Получится. Эстафета будет. Внимание! Каждый первый сейчас по моей команде сделает вот так. Да. Условие! Чем больше вы его надуете, тем лучше. Потом каждый первый бежит вот к этому стулу, и тем, чем он работает на работе, делает так. Друзья мои, по очереди. Каждый первый подбегает перед эстафету, и так каждый второй. И вот еще ни одного конкурса не было, чтобы выиграли мужики. Вот вам. Внимание, приготовились, поехали! Моментально, не снизу, а вот рот отвлекает.
Но самое главное, уважаемые зрители, обратите внимание, когда они будут танцевать нижнюю часть. С какой бережностью, с каким хирургической, с какой хирургической точностью они это будут делать. Вот посмотрите, я не ошибусь. Вот, посмотрите, уже дошло. Вот видите, ай, как это? Посмотрите, посмотрите. Итак, внимание. Перед нами скоро будут произведения искусства. А мы с вами будем жюри, будем судить, кто из них будет самым хорошим снеговиком. Кто же из них? Еще. Лучше всего следует из своего мужа снеговика. А представляете, какой они сейчас испытывают удовольствие? Мужик снеговик. Пиво не пьет, водку не пьет, руки не распускает, остальное все загипсовано. Представляете? Обалдеть. Так, Бронислава не решилась лишнюю часть гипсовать. Молодец. Зачем? Еще пригодится. Так, и по времени, по качеству. Внимание, друзья мои, сейчас будем оценивать аплодисментами, кто из них самый вроде как бы лучший снеговик года. Снеговик года 2002 года. Этот год-то у нас год снеговика. Итак, внимание! Иван Сергеевич! Иван Сергеевич! А вот так ему шлейф надо. Вот так, пусть знает. Вот так вот. Вот так ему. Итак, внимание, зрители! Оцениваем первого слева от меня. Аплодисменты! Первый слева от меня. Внимание! Второй слева от меня. Третий слева от меня. И справа последний. Так, внимание, давайте еще раз. Справа последний. Справа второй. Так, слева второй. И слева первый. Так, получается два снеговика. Слева первый, слева второй. У нас вроде как бы это самое. Победители, да? Аплодисменты. Тогда давайте так, милые дамы, проведите, пожалуйста, свои скульптуры, походочки снеговика вокруг елочки. Пожалуйста, проведите их, покажите. Покажите, чего вы добились. Вот так, во-во-во-во. Да не пингвинов, а снеговиков. Ну, а сколько у них гордости-то, гордости-то, закипсованные, закипсованные, во. Так? Отлично. И два победителя подходят ко мне сюда и получают главные призы соревнований. Вы и вы, да, первый и второй. Вот первый и второй. Так, вот вам бутылка на двоих. И вам. Пальчики и подсолнухи. Подсолнухам еще нужно два девятых номера. Пожалуйста. Еще. Сейчас скажу, что надо делать. Хорошо, пускай мужчины. Раз нет настоящих женщин, пускай мужики изменяют мужчин. Итак, девушки. Ага, уже шесть. Еще один. Еще одна. Одна. Еще одна игрок. Игрок. Один игрок. Все, семь. Так, девушки справа от меня, те, которые подсолнухи, шаг назад. Еще шаг назад. Вы еще чуть шаг назад. Так, внимание, объясняю условия. Вода. Честное слово, в бутылках вода. Поставьте на место. Надпись только пиво. Каждый раз тырят. Потом даже найти не могу. Но честное слово, вода. Так, все, оставьте все на месте, что было. Объясняю условия. Итак, 7 человек команда. Без запасных. Одуванчики. Команда подсолнухи. Условия таковы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Первый, второй, третий, пятый, шестой, седьмой. Седьмой номер. Так, по номерам, все. Значит, по моей команде первый номер подскакивает вот к этой вот трибунке, одевает хоккейные трусы.
завязывает вот там косыночку, это вот шлем, берет вот эту вот клюшечку и ведет вот эту вот шайбочку между вот этими вот кепелями, туда-сюда и обратно. Каждый, и второму номеру все это снимает и быстро идет второму. В пику Ивану Ивановичу! Наконец-то в спортшколе «Энергия» появились свои две хоккейные команды. Одуванчики, физкульт! Подсолнухи, физкульт! Все зрители АПН-команды, физкульт! Итак, впервые в истории спортшколы «Энергия» под руководством Ивана Сергеевича Маштакова, главного тренера по женскому хоккею. Две команды хоккейные, первые номера, внимание, поехали! Вижу, что трусы через голову одевали. Это ж надо сообразить! Так, второй номер готовится в команде «Одуванчика». Вы посмотрите, с какими шляшествами она ведет на шайбу. Куда там в спортшколе Ивана Ивановича? И трусы через голову, обалдеть. Зрители, поддерживаем. Да, непонятно. Вот такой хоккей нам нужен. Вы посмотрите, как... О, вы посмотрите. Вот это баба Инга. Посмотрите, она как шарик катится. Вот так, вот так. Вот так вот. Куда там влажно? Так. Предлагаю при спортшколе «Энергия» создать отделение женского хоккея. Вы посмотрите, как они элегантно одевают эти трусы. А посмотрите, вот она на этой шпилечке, как на зонтах. Посмотрите, посмотрите. А вот здесь Рагулин, справа от меня Рагулин. Защитник Рагулин, посмотрите, как она сейчас. Итак, внимание, внимание, азарт не меньше, чем на «Тигр» сборной «Союза». Итак, внимание, четвертые номера выходят на линию. Так, те девочки, которые прошли. Итак, отлично. Ай-яй-яй, конек свалился. Так, ничего страшного. Снимаем трусики, снимаем шип. Опа! Нифига себе! Одним элегантным движением она сняла эти хоккейные доспехи. Одним она видит. Шлёп, и она голенькая. Бандаж оденьте, девушка! Так, тут все в колхозом одевают и не могут разбить. Куда эти штаны одевать? Так. Молодцы! Молодцы! Ложки ничего не было. Итак, команда «Одуванчик» завершила эстафету. Ничего, завершайте. Главное не победа, а участие. Прыг в штаны. Прыг в шлем. Вать в руки клюшку. Вать по шайбе. Поехали. Громкие аплодисменты. Громкие аплодисменты участникам. Шайбу! Молодцы! Итак, победила команда «Одуванчик» спортшколы «Энергия». И они получают главный приз – командную. Каждая по конфетке с коньячком и каждая рисует язычком. Спасибо, девочки! Еще конкурсы не кончаются, еще все впереди. Спасибо! Thank you.
обидела. Самому сильному мужику, черноглазого. Вот. Видите? Утром чашку кофе. Два. Сто раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 19. 20. Итак, пока установлен рекорд начальный 20 раз. И поднял этого царевич Грох. Итак, 20 раз. Кто больше, подходите. Пожалуйста, прошу. Пожалуйста. Не верьте, посмотрите, вот написано. Не верьте, посмотрите. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, ну, двадцать пять, двадцать шесть, уже 27, уже 28, 29, 30. Ноги, расти, ноги, давай шпагатик. А слабо шпагатик сделать вместе с Гирей? Конечно, слабо. Ага, вот, вот так вот. Вот она. Итак, 30 раз тренировался, сейчас он вам даст шороху. Поехали! Правая рука! Раз, два, круто. Три, четыре. Это самое трудное упражнение. Пять, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Прошу вас подойти ко мне сюда, независимо от того, станете вы чемпионом или нет, но тем не менее, вы первые 25 раз подняли, ну, это очень трудно было сделать то, что вы сделали. И уже специальный приз, просто вам на память календарь, даже если вы не станете чемпионом. Итак, кто больше? Кто еще может поднять? 35 раз, пока не тону. Поехали. 1, 12, 14, 15, 16, 17, полностью 18, 19, 20. 21, 22, 23, полностью выжимаю 24. 20, да, это вам не шайбочку бросать, не шайбочку, да, конечно. Это гиря тут, понимаешь ли. Итак, 21, 28, 30, 40, 51, 116, 118. Так, это уже показатели выступления, господа, показатели выступления. Главный тренер по хоккею показывает, как вот они бросают шайбы. Отлично. Вот это вот физическая подготовка. Женщины, те, которые приготовились поступить в студию хоккея. Итак, все равно. Ах, еще и так. Такой хоккей нам не нужен. Спасибо. Есть еще желающие? Итак, внимание. Главный тренер по мячам через сеточку. Господин Богданов. Он просто подойдет и покажет один раз, как правильно надо делать. Вот один раз, правильно, вот он подошел и показывает, как это дело делается. Показывай, Богданов. Раз. Вот так вот. А вы все гири, гири. Чего гири-то прилипли? Итак, нет больше желающих, да? Я приглашаю сюда... Громкие аплодисменты! Заслуженный тренер Эстонии! Мастер спорта по боксу... Козловский! 2, 3, 4, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. Всем залом! Вот так, братва, куда вам до старой гвардии? Надо каждое утро вставать в 5 утра. Так, внимание. А, попробуйте, попробуйте, конечно, конечно. Она всего 16 килограмм. Всего 16. Вы утром за завтраком больше съедаете. Раз, два, три, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Приходим. Полностью 42, 43, полностью ужимать 44, 45, 46, ну 47, ну просто 48, ну нет, 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 49, ну давай 50, ну давай, 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 51. Ах так, да? Ах ты, значит так, да? Ну, молодец, ну, орёт. Так, я думаю, господа, у нас два чемпиона будет сегодня. И каждый в своей возрастной группе. Я уже сказал, что для того, чтобы выжить 51 раз, нужно вставать в 5 утра, пробежать 20 километров, выкупаться в проруби, сбегать, потренировать 4 часа утром, 4 часа вечером и снова выкупаться в проруби, потом снова пробежать 20 километров и лечь спать. Вот так. Да, господин Козловский? Вот так. Ну, а он встал утром, съел 16 килограмм и тоже 51. Нифига себе. Воеводин, а почему ты не говоришь, что тоже плаваешь в реке? А, голубчик? За мной же пошел? То же самое. Значит так, если хочешь поднимать гири, то давай плавай в проруби. Братцы, я думаю так. Два чемпиона у нас сегодня. Громкие аплодисменты. Правда, у нас только один с именной подписью черноглазовой. Это для Козловского. Там ее записан домашний телефон. Иван. Чего заболел? Ну это безобразие. Вы понимаете, что он говорит? Он наркоман, оказывается. Он если 3 дня не выкупался в проруби, то у него голова болит. Ну это просто... Ну нет, ребят, я не понимаю, как так может 3 дня не купаться в проруби? Вот. Да, вот. Они, кстати, в проруби и познакомились. Вот один нырнул, второй его за волосы вытаскивал. Итак, друзья мои... А сейчас мы немножечко потанцуем, а потом будет суперхит по соревнованию специально для спортшколы «Энергия». Поехали! Thank you.
этот вид спорта будет олимпийским. И поэтому сейчас мы начнем уже подготовку к Олимпиаде, к летней по этому виду спорта. Вот тут господин Машоков отсутствовал, и многие, 99% решили, что с 1 января при спортшколе «Энергия» будет существовать отделение женского хоккея. Там уже выбрали двух тренеров, которые будут сборной Нарвы. Вот. А сейчас очень простой вид спорта. Он требует только сноровки и ловкости, но я думаю, что действительно в скором времени он будет, наверное, в олимпийской программе. Итак, я прошу всего-навсего 10 мужчин и 10 женщин. А приз на команду – бутылка шампанского. И не просто шампанского, а советского из провинции «Шампань» по Франции. Есть такая провинция – советская «Шампань». Итак, пожалуйста. Ничего сложного. Одеваешь мешок на ноги, бежишь, прибегаешь, снимаешь, снова одеваешь, снова снимаешь, получаешь бутылку шампанского. Представляете, бутылку шампанского. Значит, женщины, как говорится, опять слева, мужики, как опять справа. Вдоль там, как обычно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их 7, вас 4. Девушки, давайте так, сколько будет женщин, сколько мужчин. Так, мужчины, выстроились вдоль вот тех вот столов, шеренгу, вот так. Так, мешочек пока положите, он чистый, правда чистый. Итак, значит, 5 женщин и... Условия простые, одевайте мешочек, бежите вокруг стула, забегаете сюда, раскидываете мешочек, следующий одевает. Кто прибежит первый, получает бутылку шампанского. Команда получает бутылку шампанского на всех. Чистый ман, не волнуйтесь, господин Маштаков с собой электронную вычислительную машину взял, в смысле жену. Она и будет считать. Так, 6 мужиков, 7. Так, ребята, еще 7. Все, итак, 7 мужчин, 7 женщин. Мужики, встаньте так же, как женщины стоят. Мужики, встаньте, как женщины стоят. За стулом, вот так. Так, подровняйте мешочек, как женщины, подровняйте мешочек. Куда ты его тащишь? Фигушек. Вот, еще ближе. Так, внимание. Рассчитались по номерам. По номерам рассчитались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как раз по 100 грамм. Итак, за этой командой следит Маштаков, чтобы там не мухлевали. За этой командой следит Солонкин, чтобы здесь не мухлевали. Солонкин нас еще не успели. Маштаков вас еще не стоит, потому что они даже не знали, что вы выйдете судьей. Подождите, а можно сравнить уровень? Что уровень? Вы считаете, что вы не все шире, чем у вас? По-моему, наоборот, ребята. Так, все! Внимание! Что именно? Не знаешь, что именно, что ли? Посмотрите, стройняшки, один к одному, а вы... Ну-ка, подравняйтесь! Равняйся! Да видите, грудь четвертого человека, не четвертой женщины. О, вот это грудь, я понимаю. О. Итак, внимание, все зрители у нас судьи. Все, что вы заметите, то, что не делают не так, сразу же докладывайте главному судье слева. Итальянские. Вот так вот. Вы посмотрите, как японская женщина. Чик-чик-чик-чик, прибежала, уже здесь. Ой, это Иван Сергеевич, специалистки. Ёлки-палки, одни японки работают. Только зарплату получают, как русские. Поиграйте на нее. Вот так. А мужики скачут, как кенгуру, а им все равно что-то мешает скакать. О, ничего, ребятки, ничего. Че, посмотри, еще один. Да-да-да. Это вам, понимаешь, не грести на канале. Это вот тут бегать. Посмотрите, а. Ну, прямо.
они специалистки-то, а? Ай да дядя Валя, это вам не Иван Иванович. Итак, девушки, поднимайтесь сюда. Пусть на вас посмотрят вот на подиуме, какие вы у нас топ-модели. Посмотрите. А у нас такие. От нашей команды протестов. Ой. А Соловкин объяснит. А, так. Значит, они бегали не так, да? Девушки, представьтесь. Надежда. Ольга. Светлана. Светлана. Марина. Марина. Ольга. Две Светланы, Марины и две Ольги. Надо же, вот как совпало. Итак, команда девушек. Топ-моделей. Сбор школы энергии. Сбор школы энергии. Получает главный приз. Советская шампания из провинции Шампань. Прошу вас! Мужчины, разбирайте женщин и на танец. Прошу! Мужчины, вы куда вы пошли? Некрасиво. Не по спортивному, не по спортивному. Don't walk in there, put your hand to the sound.